Ребята, увага. Ребят, ми розпочинаємо другу тему. Зараз виступатиме Кирил Виноградов, і він розповідатиме про те, як можна, використовуючи D3.js, візуалізовувати дані, складні комплексні дані. Вітайте, Кирила. Всім привіт, мене звати Кирил. Я не из тех докладчиков, после чьих докладов развивается комплекс неполноценности, у меня все достаточно просто. Вот. Но там в какой-то момент мне по жизни пришлось разобраться с D3. Библиотека для меня оказалась сложная, но я думаю, что в принципе, если ее нормально объяснить, то она станет, может быть, достаточно удобным, простым инструментом для решения массы задач. Вот, учитывая то, что фронтенд достаточно большой, как бы, вот, и задач в нем много, то, как мне кажется, не стоит замыкаться на каких-то одних, и стоит вокруг смотреть, потому что есть там, не знаю, какой-то WebGL, есть анимация, есть вот D3 для визуализации. Вот, и в принципе все это применимо в реальной жизни, может сделать там те проекты, которые вы делаете, реализуете, либо то, что делаете для себя, более интересным, разноплановым, крутым и так далее, тем, что приносит удовольствие. Вот, теперь… Ну, собственно, визуализация данных. Что такое визуализация? Ну, обо мне. Я работаю в маленькой компании, в которой там пару человек, мы себе там что-то пилим, делаем что-то в удовольствие, чтобы не ходить на обычную работу. Вот. Итак, переходим. Что такое визуализация данных? С моей точки зрения, в интерфейсе, в визуализации данных, в принципе, в том, чем мы занимаемся, хорошее от плохого отличается тем, что в хорошем рассказана какая-то история. То есть вы вот смотрите и понимаете, о чем идет речь, что к чему и как. Пример сайта, вот тот, который в моем понимании реализует абсолютно вот идеально эту идею, это статистика по использованию, по смертям при использовании огнестрельного оружия в США там за какие-то пару дней. Если можем сейчас переключиться на браузер, я просто покажу, как это работает. И надеюсь, вы зацените, что это круто. То есть, грубо говоря, здесь собраны все данные, там, которые есть, были там, в полиции за весь период, они наложены на среднюю жизнь человека. И здесь, соответственно, там показана вот, там, желтенькая часть, это то, что прожил человек. Вот там, где падает, как бы это, ну, не сложилась судьба, там его застрелили, и это, собственно, вот дальше то, что он не дожил, грубо говоря. Ну и здесь, вот, собственно, вся статистика за… какой там 2000 какой-то год, вот собственно это. Ну и справа там бежит, сколько украдено в общей сложности там лет, ну исходя там из средней продолжительности жизни, которая высчитывается исходя из возраста человека, из его социального статуса, национальности, места, где он живет и так далее, и так далее, и так далее. То есть в принципе это там, ну, обычная простая какая-то там табличные данные, но из которых вот делается такая штука, которая… В принципе, рассказывает историю, посмотрев на нее, ну, начинаешь там сомневаться, а так ли хорошо, что там легализуют оружие или там плохо. Ну, это такое. Чуть другой вопрос. Речь о том, что сделано это, ну, вот это вот правильная, хорошая, крутая визуализация данных, которая сделана, не знаю, с помощью D3 или нет, но сделана хорошо. Вот, идем дальше. Переключаемся назад на презентацию. Вот, ненадолго переключаемся. Как визуализировать данные. То есть как только вы попадаете в эту сферу, редко когда есть люди, которые этим занимаются там 100% времени и зарабатывают на этом деньги. Потому что мы живем, грубо говоря, в бедной стране, где вот такие вот всякие штуки нужны там либо общественным организациям, которым там за это платят за рубеж, вот, либо какие-то там годовые отчеты и так далее. За рубежом это достаточно развитая сфера, отрасль, отдельная абсолютно от всего, в которой работают специалисты очень крутые, которые делают крутые вещи, потому что на этом там зарабатывают. К примеру, там у New York Times есть отдельный отдел, который занимается вот всякими такими крутыми штуками, где они собирают
какую-то статистику, и потом красиво ее показывают, это выглядит круто, это привлекает там вау-фактор, массу посетителей, рекламы и так далее, то есть там это очень прибыльно и круто. У нас как бы меньше, но тем не менее. Вот. Если вы приходите с улицы, возникает вопрос, собственно, как это делать. Вот. Не так давно появился вот этот сайт, мы можем его открыть, обратно переключаемся. Он называется DataViz Project. На нем собраны, по большому счету, паттерны, каким образом можно визуализировать разные штуки. Это не абсолютно не привязано к вебу, но все применимо к вебу. То есть вы здесь видите какие-то там примеры того, как можно что-то делать. Потом, не знаю, выбираете, кликаете на любую из этих штук, и вам отображаются там вот примеры из реальной жизни, как что-то где-то визуализировать. Это очень круто, потому что если там в обычной веб-разработке у вас есть дизайнер, который может вам придумать, грубо говоря, что вот оно выглядит вот так вот, и, пожалуйста, мне там заверстай это. Вот, то в плане визуализации данных в большинстве случаев это все мега интерактивное, и, соответственно, сделать это, ну, придумать дизайнеру, который там, не знаю, работает в скетче, еще что-то, это сложно. Ну, то есть они не мыслят такими категориями и так далее. Поэтому в данном случае разработчик, скорее всего, выступает в роли и дизайнера, и разработчика. И в этом случае, ну, вот, наличие какого-то опыта других людей, что как работает, функционирует и так далее, вот, влияет вам на руку. Ну, то есть это вот, ну, кладезь. Вы зашли, посмотрели, прикинули, что вы там делаете, и, соответственно, дальше реализуете. Как это в реальной жизни выглядит, там, к примеру, у нас? Вот, ну, какие-то проекты, которые там я делал. Это вот, ну, там, визуализация рейтинга коррупции в Украине там, за прошлый год. Вот, вот это вот все сделано на D3, вот эти интерактивные графики, которые строятся. Вот это все сделано на D3, там какие-то вот такие графики, которые сравнивают там, Украину с Новой Зеландией по уровню открытости нашего там общества и так далее. Ну, синее — это, естественно, не мы, а Новая Зеландия. Так что, если вдруг у кого появились сомнения, то вот, вот такие вот всякие штуки, они достаточно, ну, не скажу, что там просто, но под них заточен, грубо говоря, D3. Их просто легко делать на D3. Если говорить о техническом аспекте, то по большому счету там в 90% случаев D3 используется для того, чтобы сгенерить какую-то интерактивную SVG-шку и потом ее анимировать. Вот. Это нужно понимать, держать в голове, потому что SVG-анимации не всегда, не для всего подходят, но очень часто это единственный способ что-то решить в принципе в вебе. Вот, примеры из более там, какой-то приземленной жизни там, того, что я делал, это вот, ну, там сейчас каждый второй веб-разработчик занимается каким-то там криптокарренси и что-то пилит для каких-то криптостартапов. Вот, там всегда есть куча графиков. Это вот кладезь работы для D3, потому что в большинстве случаев с помощью других средств, я говорю про JavaScript, ну, так как я компетентен в этом языке, сделать с помощью других средств сложно. К примеру, там частый вопрос, но есть там какой-то там chart, JS и так далее. В большинстве случаев подобные инструменты по типу там chart, JS, они ограничены какими-то конкретными реализованными паттернами, которые и там, не знаю, примерами, типами графиков и так далее, которые у вас есть из коробки, которые вы достаточно слабо, мало можете варьировать и переделывать. Вот, поэтому в большинстве случаев лучше выбирать инструмент, который дает как бы более широкий охват и позволяет сделать там что-то более интересное. Теоретически вот такой график, как на картинке, можно было бы сделать там, с помощью какого-нибудь там chart.js, но клиент захотел, чтобы там анимация переходов между графиками была вот с помощью такого вот морфинга. Вот на этом моменте, когда вот клиент вам говорит, вот ссылочка, вот посмотри, хочу, чтобы вот оно перетекало таким вот способом. Все, на этом этапе как бы там chart.js отпадает, и все, что вы там делали, клепали там, не знаю, день или неделю, оно вам нужно его делать с нуля. Поэтому в этом плане D3.js очень крутая штука, я советую ее изучить, разобраться и так далее, потому что много полезного и так далее. Переключаемся назад на презентацию. Так, с чего состоит, собственно, D3?
инфраструктура, ну, то есть и что вокруг D3. Это вот те, там, не знаю, 5 ресурсов, которые вам достаточно для того, чтобы быть там в курсе всего, для того, чтобы работать с D3. Прежде всего, это, конечно же, сайт D3, который вам редко, на самом деле, нужен будет. Вот. И второе – это Вики, которая полная документация по D3. Документация шикарная у D3, но у нее есть большой минус. Она очень объемная. Ну, то есть, грубо говоря, вот тут есть документация, которая плохая, где ты не можешь найти ничего, то, что тебя интересует. У D3 с точностью наоборот. Там слишком много всего, и найти достаточно сложно. Вот. Большой плюс D3, что начиная с 4-й версии, они ввели модульность, и вы можете использовать только те модули, которые вам нужны. Дальше я расскажу про основные модули, там какой-то необходимый набор, парадигмы, подходы, которые использует D3 для того, чтобы делать то, что можно с помощью нее делать. Вот. Каждый из этих модулей, ну там, к примеру, там селекты, морфинги там какие-то, и так далее. Все это реализовано при помощи отдельных модулей, которые вы можете бандлить и использовать только их. Часть из этих функций, в принципе, может вам пригодиться и вообще без D3. Для примера, если кто-то занимается веб-анимациями, вы там знаете про функцию Request Animation Frame. Вот. Есть большая проблема с производительностью. Если вы в своем приложении используете две функции Request Animation Frame, у вас производительность падает ровно в 2 раза. Если там используете 3, то, соответственно, и так далее. Вот. Соответственно, анимации, которые вы вызываете, нужно загружать, ну, каким-то образом сделать, чтобы у вас они все подгружались в одну функцию Animation Frame, и там, соответственно, вызывались каким-то одним callback'ом. Вот. В принципе, реализовать такое из коробки, ну так вот, если задуматься, это ну, какое-то время достаточно сложное, которое нужно там подумать, как это сделать. Ну, то есть это не банальная задача. В D3 есть функция d3.timer, которая позволяет вам вот это делать из коробки, которая дает вам один request animation frame, который работает внутри вашего всего приложения, в которое вы можете подгружать все свои там анимации, которые вы хотите. Вот это вообще никак не связано с тем, для чего ну, там, как бы глобально предназначено D3, но максимально полезно. Точно так же в D3 входят какие-то утилиты. Ну, то есть D3 это как швейцарский нож, в котором куча всего полезного. В частности, там есть куча функций, которые связаны, к примеру, с форматированием, парсингом и так далее времени. То, с чем многие сталкиваются, то, что не связано там, с анимациями, визуализацией данных и так далее, но то, что можно взять из коробки, собрать там рулапом и маленькую библиотеку себе подключить, использовать и так далее. Вот, идем дальше. Разобрались там. Вот GitHub Wiki, вводите модуль, функцию, ищите, отличная документация, есть все. Blocks.org и Blocks.builder.org. Это что-то типа онлайн там, песочницы, в которой вы можете экспериментировать и работать с там, кодом, который использует D3. То есть есть такая практика, ну, там, если в обычном JavaScript есть всякие там JSFINL и так далее, аналоги там кода пены, то это вот аналоги, которые используются для D3. Плюс их в том, что сообщество очень открытое, и большинство работ люди демонстрируют в открытую. Ну, потому что, по большому счету, если вы там, не знаю, клепаете сайт, вы сделали сайт, ну, его кто-то может украсть и сделать такой же. Если вы визуализировали для, там, не знаю, статистику убийства вот этого, ну, его украсть, не, ну, смысла нету, потому что вы ее уже один раз сделали, грубо, там, шоу, все, прошло. Вот. Поэтому большинство людей, которые работают в этой отрасли, они выкладывают свои работы на вот эти вот в виде блоков, и, соответственно, почти все можно посмотреть, как сделано. В этом плане тут ну, там 90% open source, который вот смотри, открыто все. Более того, еще и можно написать человеку, спросить и так далее. Вот. Насчет спросить человека, есть Slack-канал, посвященный, ну, официальный Slack-канал D3, где, там, если вы владеете английским языком, как бы там не так много людей, но там мировые звезды, которые там пишут книги Урели по D3, и они там реально тусят, можно задать вопрос, там показать свою работу, увидеть еще что-то. Ну, то есть сообщество очень дружное, потому что при том, что отрасль большая, но в масштабах мира как бы не такая уж и большая. Поэтому там все друг друга знают и как бы все друг другу помогают, поэтому советую. Переключаемся назад, покажу в реале, как выглядят вот эти вот песочницы все. Так,
Ну, это, собственно, сайт D3, на который вы там зайдете один раз и больше заходить, собственно, не будете. Документация, вот как бы то, о чем я говорил, блоки, ресурсы и так далее. Есть там на массе языков, если там вам проще на китайском, корейском, все к вашим услугам. Вот API reference и, собственно, вот там все, о чем там вы мечтаете. То, что я говорил о блоках и швейцарском ноже, то, что можно использовать отдельно, независимо там, от ничего. Вот это вот внизу идет большой-большой перечень, это все отдельные модули, которые можно бандлить и использовать отдельно. К примеру, там, в D3 есть масса функций, связанных с массивами. Ну, к примеру, у вас есть массив каких-то объектов, у каждого объекта есть какое-то числовое поле. Вам нужно найти, к примеру, объект, который, вернее, индекс в массиве, значение которого среднее или там наибольшее, но меньшее заданного вами значения. Вот, то есть, ну вот, вот таких вот функций для работы с данными внутри массива очень много, и их можно использовать не только в D3. Идем дальше, показываю, как выглядят блоки. Ну вот это вот тот сайт, который там первые блоки. То есть здесь, собственно, то, что сделано, вы на что угодно из этого кликаете, оно открывается сейчас только. Не там я кликаю. Вот, открывается визуализация, и внизу пошел код, который вы весь можете читать, смотреть и так далее. То есть в таком виде 90% того, что в мире делается, можно здесь найти. Вот, то есть большинство работы по визуализации с помощью D3 строится на том, что вы ищете какой-то паттерн, который похож на то, что вам нужно, смотрите, как это сделано, копируете себе, модифицируете и как бы зарабатываете деньги. Вот, дальше. Второй сайт, который Blocks Builder, это более ценный и интересный сайт, потому что на нем больше всего собрано. Единственное, я до сих пор не понял, почему у них на главной странице нет ссылки на народ поиска. Вот. Но если вбить руками, ну, загадка почему. Но, грубо говоря, если вы вбиваете руками, вы попадаете на такую страничку, которая имеет массу плюсов. Первое. У D3 есть версия. Ну, вторая версия, это можно в принципе забыть, это как бы мертвая версия. Есть третья и четвертая, которые достаточно сильно друг от друга отличаются. То есть они обратно несовместимы. Вот. Версия четвертая – это то, с чем стоит сейчас работать, потому что она, вот, в частности, в ней все модули разбиты на куски. То есть вы можете делать трешейкинг, грубо говоря. С версией V3 такого делать нельзя. Это, ну, основное глобальное отличие. Но при этом большинство примеров и информации, книг и так далее относятся к версии третьей. Вот. Поэтому вот эта вот штука в плане поиска очень крутая, потому что вы здесь можете искать примеры, сделанные на конкретно четвертой версии. Потом здесь есть возможность выбрать любой из модулей, которые, ну, то есть искать по конкретным модулям, которые вас интересуют, по вызову конкретной там функции, которая вас интересует, ну и там по людям, которые, в принципе, там размещают. Есть определенные звезды, за которыми прикольно смотреть, потому что они делают очень крутые штуки. И в конце я покажу примеры таких вещей. Переключаемся назад. Если есть по ходу вопросы, вы задавайте, потому что я говорю быстро, много. В первый раз, когда я делал доклад, он занял 3,5 часа, во второй 2,5, а сейчас мы постараемся в час вложиться, поэтому, чтобы не забыть. Переходим к основным вот таким базовым кускам, необходимому минимуму, которые достаточны для того, чтобы там программировать что-то, делать с помощью D3. Основное, вот то, без чего вот вообще никуда, это Select. То есть, грубо говоря, D3 как библиотека, ну, во-первых, что такое D3, откуда D3? D3 – это три буквы D на самом деле, которые сокращаются. Это Data Driven Document. Вот, и это основной принцип, который положен во всю идеологию этой библиотеки. У вас есть данные, которые вы биндите к DOM-элементам, и потом пишете функции, которые каким-то образом вот по этому массиву пробегаются, его модифицируют, изменяют и так далее. То есть это вот основная идея, которая лежит везде. Вот, в принципе, при том, что библиотека мощная и так далее, у нее чуть-чуть отличаю, ну, я, по крайней мере, не встречал каких-то похожих библиотек по идеологии своего интерфейса, того, как они работают.
Вот. Плюс тут какой-то там намек на функциональное программирование. У них все функции, они кучу функций генерят, которые потом передают другие функции, которые дергают потом третьи функции. И из-за такого подхода не всегда, там, когда ты первый раз смотришь на код, понимаешь, что здесь написано, зачем и почему именно так. Итак, первый модуль, который там обязательно нужно понять и без него никуда, это selection и data. Selection. Ну вот если мы видим, вся работа происходит с экземпляром D3, то есть вы берете, импортируете D3, обычно импортируется не вся библиотека D3, а вы делаете какой-то файл helper, в который вы импортируете те модули, которые вам нужно, потом эту штуку бандлите, минимизируете и работаете с ним. С веб-паком есть определенные проблемы, потому что он делает достаточно некачественный трешейкинг, поэтому для сборки вот такой минимизированной версии D3 лучше всего использовать Rollup. Он реально дает там экономию процентов 20, иногда 30 по сравнению с трешейкингом, который делает веб-пак. Вот. Ну, грубо говоря, есть у вас экземпляр D3, дальше идем вот модуль Select. Ну, до этого мы там, грубо говоря, импортировали этот Select как из отдельного там пакета нодовского из NPM. Select. Есть два типа Select. Есть Select All, есть Select. Внутри вы пишете абсолютно точно такие же селекторы, как, там, не знаю, в jQuery. То есть все, что поддерживает, к примеру, jQuery, все то же самое поддерживает и вот этот Select, который вы берете из D3. Поэтому, если вам не нравится jQuery, вы можете взять, вот, использовать, к примеру, этот Select. Дальше, следующее, что у нас есть, это дата. Дата — это, грубо говоря, тот момент, где вы связываете дом дерева, которое до этого сделали его select, с данными. Дата в большинстве случаев — это массив объектов. То есть это всегда должен быть массив. Что внутри вот каждого из элемента, какие там объекты, не суть важно, но это должен быть массив. Соответственно, вы в результате селекта получаете массив дом элементов. После того, как вы применяете дата, вы привязываете, то есть у этого каждого из дом элементов, я потом остановлюсь на моменте, когда у нас там не совпадает количество элементов вот этих вот массивах. Вот. Но, грубо говоря, вот пока пусть совпадает. Как только вы это сделали, у вас у каждого элемента появился какие-то данные внутри. То есть у него будет атрибут дата, в котором будет какой-то объект. Вот. Дальше пример того, как мы рисуем, то есть вот то, что здесь изображено, это мы рисуем какие-то прямоугольники. Здесь в данном случае мы селектим внутри, там, ну глобально у нас есть, если можно, давайте переключимся на исходный код. Будет проще. Вот реальное приложение. У нас есть SVG-шка, в которой есть там какое-то количество прямоугольников. Вот. Мы в данном случае вот селектим все прямоугольники, которые у нас есть в документе. В реальных приложениях обычно вы там, ну, естественно, не делаете селект из всего. Вы делаете сначала селект какого-то элемента по ID-шнику или там по классу или еще по чем-то. Вот. А потом уже работаете с ним и внутри него делаете вот этот селект. То есть, соответственно, вот этот вы там можете сделать селект SVG, а потом к нему дописать точка select, там, допустим, rectangle, или, к примеру, сначала сделать селект группы и так далее. Один раз скажу, чтобы потом не повторяться. В данном случае и дальше мы будем практически всегда работать с SVG, потому что, ну, визуализация данных обычно используется SVG. Вот. Но в принципе все то же самое можно делать с любыми DOM-элементами. К примеру, у вас есть таблица, вы с помощью D3 можете делать вот динамические какие-то хитрые таблицы и селектить в данном случае там не прямоугольники в SVG-шке, а селектить, к примеру, там ячейки в таблице в обычном HTML. И делать с ними все абсолютно то же самое. То есть у вас это будет работать. Там вот где-то я сейчас прокручу, покажу там на примере, который я назвал, да, Transparency International. То есть вот эта вот таблица, это не SVG, это обычная таблица, которая сверстана, но она генерится, вот эти вот все фильтры работают здесь и так далее. Это все работает на основании, красится она на основании обычного HTML без SVG, то есть это обычный тейбл, который там каким-то образом стилизуется на основании данных, которые туда передаются. Вот. Еще раз повторю, идеология того, что вы, грубо говоря, сделали, как вы обрабатываете весь массив данных, а дальше оно вам генерит вот такие вот таблицы или еще что-то. То есть вы объясняете, грубо говоря, вот данные, да.
Что угодно, абсолютно. То есть нет, Canvas нет, потому что у Canvas нету дома, поэтому там не получится. Он работает с домом, то есть вы с домом работаете. Хотя теоретически нет, с домом. Всегда таки дом должен быть. Вот, возвращаемся. Как это работает, то, что мы видим на примере? Мы селектим все прямоугольники. У нас там их 5 в данном случае в документе. Вот, прибинживаем к ним данные. В данном случае у нас данные — это массив, в котором содержится вот 5 вот этих вот чисел, там 100, 200, 250 и так далее. А дальше мы модифицируем вот все, что идет дальше, ниже, грубо говоря, дата. Это, по сути, модификации, которые будут применены к каждому элементу массива. Ну, в данном случае массива большого, который вы сделали select, то есть дома. В данном случае это каждому из прямоугольников. Прямоугольник в SVG задается координатами x, y, шириной. Ну вот в данном случае fill и строк ему задается. Вот. Справа это пример того, как вы работаете обычно с данными, которые вы прибиндили. То есть вот эта вот функция callback, где у вас есть параметр d и i. Что такое d и i? D – это соответствующий элемент данных, который прибинжен к данному элементу дома. Ну, то есть, грубо говоря, у вас там есть 5 прямоугольников и 5 чисел. Вот в данном случае вот D – это там, когда у вас будет пробегать вот эта функция по всем прямоугольникам, то она будет брать соответствующие значения числа и с ним что-то делать. То есть вот такой вот callback, который принимается… число прибинженное и это индекс обычный. Да. А можно, да. А можно да. Следующий пример. Да, следующие вопросы просят говорить в… Либо мы можем сделать проще, я буду повторять просто в свой микрофон, чтобы не бегать, а то будет слишком долго. Дабы сразу ответить на вопрос, вот следующий пример, в котором у нас пустая SVG-шка. То, что вы спросили о генерации дома. Тот же самый абсолютно пример. Точно так же мы делаем SVG. Мы делаем select rectangle, делаем биндим дату. Вот на этом этапе у нас создаются какие-то виртуальные дом-элементы, которые по большому счету в дом не отрендерены. Вот. Если у нас в селекте заселектились реальные дом-элементы, которые есть, ну то есть если они у нас есть в доме вот в этом селекте, то у нас к тем, которые совпадают по количеству, к ним сразу прибиндятся данные. Для тех, которых нету аналогов сейчас в SVG-шке, там, которые вы селекте, для них создадутся плейсхолдеры, виртуальные какие-то, ну как аналог виртуального дома, к которому присоединится уже вот те данные, которые у нас есть. То есть в данном случае у нас на этапе, когда выполнился дата, у нас создалось 5 плейсхолдеров, ну если у нас 5 элементов в дате, то у нас осталось 5 плейсхолдеров там в виртуал доме. После того, как мы выполняем Enter Append функцию, у нас вот эти вот виртуальные плейсхолдеры инжектятся в наш реальный дом. И у нас появляются реальные прямоугольники, у которых есть вот эти вот там 5 прямоугольников, которым прибинжены вот эти вот данные. Вот так вот мы сгенерили дом. В этот момент они добавились, но при этом у них все значения по умолчанию нули. Ну как у любых SVG, если вы не задали атрибут, то соответственно у них все по нулям. То есть размер 0, координата 0. Вот, короче, их не видно в этот момент. Но они уже есть реальный дом, который там вы другими средствами можете парсить. Ну и дальше, соответственно, в этом примере точно так же пробегается, то есть у нас callback'и. Мы в первом, там, в следующей строке, там, где у нас мы координату x задаем, мы говорим, ну она у нас константа, по сути, которая зависит, а не, не константа, а функция, которая зависит от индекса. То есть мы в зависимости от индекса говорим, сделай координату x такую. Ну, соответственно, тут видно, простая функция, мы просто сдвигаем на ширину прямоугольника. По координату… Да, конечно. Начинается? С нуля. Получается, первый элемент будет с нулевой шириной. Нет, это не нулевая ширина. X – это его координата по X. Y – координата по Y. Это... Да, совершенно верно. Он будет нулевым. Атрибут X, он не задает ширину, он задает правый верхний угол прямоугольника.
А ширина задается вот ниже атрибутом width-height. Ну, это, в принципе, стандартные элементы у любого SVG. Дальше у меня, если можно, переключим на презентацию, мы будем туда-сюда. Сейчас я много всего проклацаю. Вот. Вот, в принципе, большинство SVG-шек, если мы не берем группу, то есть из чего состоит SVG? Она состоит с блока dev, где вы задаете какие-то там градиенты и так далее, и так далее, и так далее. Ну, какие-то определяющие штуки. Вот. И, собственно, с элементов SVG. Элементами SVG может быть у нас там прямоугольник, круг, текст и пас. Вот. Какие-то простые штуки делаются первыми тремя, но все основное делается с помощью паса. Задача D3 упростит вам жизнь и сгенерить за вас вот этот вот пас. Если вы посмотрите, вот, ну, вспомните тот график, который рисовал, это курс биткоина за вот всю историю существования. Там что-то около там, 20 тысяч точек. Вот. При этом D3 вот рисует эту штуку, и вы достаточно просто с помощью D3 можете менять, вот как в этот пас сгенерите, будет он там, не знаю, сглаженный, не сглаженный, просто соедините точки и так далее. Вот. Если посмотреть на исходник этого, как в SVG выглядит пас, то если, к примеру, прямоугольники, текст и так далее, это ну, более-менее понятный, ну, человека понятные какие-то команды, что там, вот, там ширина, такая-то координата и так далее, то с сложными штуками типа пасов там ну, его невозможно понять. То есть вы руками такое сгенерить, написать не можете. Вот. Возвращаемся назад, смотрим дальше, что мы тут прошли. Итак, то есть идеология простая. Прибиндили данные, потом по этим данным пробегаем и задаем какие-то атрибуты для нашего каждого из элементов, которые мы до этого заселектили. Идем дальше. Две основные функции, которые вам понадобятся в отладке. Это после того, как вы заселектили, вы можете применить Nodes либо Data. Соответственно, Nodes вам выдаст список нод, которые у вас домовских нод, которые вы заселектили, а точка Data выдаст вам вот те данные, которые прибинжены к этим нодам. То есть в мире D3 – это, грубо говоря, вот две основных штуки, которые вы там выводите обычно в консоль лог, которым никто не пользуется, потому что это там не модно, но ну, в реале, короче, все пользуются и выводят туда вот эти вот данные для того, чтобы посмотреть, когда что-то реально не работает. Идем дальше. Скейлы и оси. Ну, там, не знаю, много визуализации всяких осей, и это стандартная штука, что у вас есть график, у вас есть какая-то шкала, которая по нему строится. Вот, в принципе, нарисовать самостоятельно, ну, большинство из того, что делает D3, можно на самом деле закодить и самому. То есть, ну, в принципе, SVG открытый стандарт, понятно, что как, там, не знаю, ось, там, 20 прямоугольничков, расставить там еще что-то, это все реально. Вот, но D3 делает это проще за вас, очень короткими, понятными командами, которые при этом реализуют очень много edge-кейсов, которые, в принципе, вы вот, ну, единожды, там, не знаю, там, сев и начав с нуля делать, не можете предусмотреть и предугадать. Что такое скейл? Скейл – это очень мощная штука, которая позволяет вам, ну это так, целый модуль в D3, который позволяет отображать какие-то одни данные на другие данные. Грубо говоря, у вас есть какое-то значение, там, не знаю, численность населения, возраст, еще что-то. Вы хотите это отразить, к примеру, на цвета. Ну, то есть у вас, вот, там, не знаю, человек прожил от 0 до 100, если он там прожил 0, то он, там, не знаю, там, красненький, если он прожил 100, то он зелененький. Вот, в принципе, каким образом отображать число на хэш-коды цветов, это уже задача такая себе, ну, как бы не банальная. Вот. А потом возникают ее разные модификации. А что если вы хотите отображать не на диапазон от одного цвета до другого, а на диапазон там, из 10 цветов? При этом вы можете отображать, к примеру, там, непрерывно, ну, то есть там, 0,5 у вас будет отображаться там, в какой-то оттенок там, красного. Вот. Либо вы можете дискретно отображать, то есть если у вас попало от 0 до 1, то вы там, ставите там, четко правильный красный и так далее. То есть edge-кейсов таких масса. Вот скейлы – это, по сути, тот инструментарий, который D3 вам дает из коробки с очень простым интерфейсом.
Вы выбираете, какой скилл. Их там порядка 7-10, по-моему, в D3, вот, которые реализуют эти скиллы. И, соответственно, есть две функции. Domain и range, которые вы последовательно в chain добавляете и вызываете. Domain – это что вы отображаете, range – куда вы отображаете. Вот в данном случае мы отображаем, по сути, числа от 0 до 100 в отрезок от 0 до 1. Вот, ну, во втором примере от 0 до 100 в отрезок от 500 до 0, то есть мы перевернули. Вот. Это в данном случае линейный скейл, который, ну, соответственно, один отрезок отображает на другой отрезок. Стандартная ситуация, когда у вас там, к примеру, на графике то, чего нельзя сделать, к примеру, с помощью всяких chart.js и так далее, где заканчивается их функционал. Стандартная штука, когда у вас колеблется какая-то величина, допустим, и колебания на краю, ну вот, к примеру, там цена биткоина, она там была большая, вернее, была ноль, потом она подскочила до чего-то там, и там колеблется. Колеблется немного. Если вы изобразите весь этот диапазон от нуля до максимальной цены, то колебания небольшие станут, ну, не видны на графике. То есть вам оно будет выглядеть как прямая. Вот. D3 для этого предоставляет, помимо там линейного скейла, логарифмический скейл, который позволяет вот эти вот разницу нивелировать. И у вас даже маленькие колебания будут видны на графике. То есть, снова-таки, самому такое писать сложно. В D3 это вот просто вместо скалярного этого, как его там, скейла, вы будете использовать логарифмический. Аналогично, ну вот то, что я говорил, дискретные скейлы, где вы отображаете там в цвета и еще что-то. Вот. И domain, и range принимают и позволяют принимать кучу разных параметров. То есть, к примеру, в domain вы можете забрасывать даты. D3 умеет там, вот вы дали минимум и максимум. Вот. После того, как вы задали минимум и максимум, D3 сможет дату отображать на там любой отрезок или цвет, и так далее. То есть то, что, ну, снова-таки там парсить дату, причем в разных форматах, и преобразовывать ее каким-то образом, смотреть, как она отображается на весь промежуток, это, ну, сложная, не банальная задача. В D3 это делается достаточно просто и понятно. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас дальше. Снова-таки, в D3 две функции, которые там вам точно понадобятся, это минимум и максимум. Грубо говоря, у вас есть массив. Мы всегда работаем с массивами данных. Есть функция min. Вы передаете ей, собственно, дату, по которой вы хотите найти минимум из всего, что там есть. И передаете функцию callback, которая говорит, как в объекте находить, ну, собственно, почему вы ищете минимум. Потому что у вас объект обычно это там куча информации о чем-то. Вот, и вы минимум ищете там по чему-то. Более того, когда вы там даже строите какой-то самый простой график с двумя осями, вам нужно найти минимум-максимум по одной оси, там, допустим, там, минимум-максимум дат, и одновременно найти там минимум-максимум там чисел, значений в этих датах. Ну, например, там температура, там, не знаю, в Нью-Йорке за 2018 год. Соответственно, у вас по одной оси будет даты, по второй вот температуры. Вот таким образом вы находите минимум и максимум. Есть функция, там, который упрощает эту задачу, extend, она находит одновременно, возвращает там массив из двух элементов, в котором сразу содержится и минимум, и максимум. И стандартный паттерн, когда вы создаете вот такой вот scale, которым вы принимаете на вход вот такой вот массив из минимума и максимума из двух точек, и на выходе получаете height. То, что обычно там, ну, непонятно, вот y-scale – это, по сути, функция. И в D3 обычно вы вот там extend – это функция, там, ну, минимум-максимум числа, понятное дело. Вот, но y-scale – это обычно функция, которую вы потом будете передавать куда-то для того, чтобы что-то выполнять. Для чего это нужно? К примеру, вы с помощью подобных функций говорите, у меня вот есть данные и есть их визуализация. Вот, данные – это там температура в Нью-Йорке за 3 сентября. А визуализация, куда вы их отображаете, это, грубо говоря, координата вашей SVG-шки, где мне нужно что-то там нарисовать. Вот для этого скейлы и используются. То есть, грубо говоря, вы на вход принимаете дату и температуру, а на выходе получаете точку x, y, где мне это нарисовать. Вот эти вот скейлы, собственно, для этого и используются. Они же используются и для, ну вот, типы скейлов, которые там есть. Линейные, логарифмические, там скейлы для времени. И band – это где вы там просто растусовываете по разным каким-то категориям.
Вот. Те же самые скейлы используются для построения шкал. То есть, грубо говоря, для того, чтобы построить шкалу, вам достаточно сделать скейл, который вы уже используете для того, чтобы нарисовать какие-то там точки, круги, там, что угодно, что вы хотите визуализировать и как. Вот. Этот же скейл вы используете для того, чтобы автоматически построить ось. Ну, axis — это оси. Вот. При этом D3 интеллектуально для вас разбивает ее там на нужное количество этих, как его, там, делений, которые влазят, добавляет туда, ну вот если мы переключим, можно назад переключиться. Еще 30 хвилин, ну, добрый, трошки еще поговорим. Вот, то есть если мы перейдем на вот этот график, и здесь вот там покликаем там на вот эти вот штуки, то шкала внизу, которая вот видите там день и так далее, вам для того, чтобы сгенерить подобную шкалу, не нужно делать ничего абсолютно. То есть вы задаете минимум, максимум, и уже функции D3 сами для вас подбирают вот эти вот значения для там, что в данном случае выводить, месяцы, дни и числа, там дни недели или часы и минуты. То есть это все делает для вас D3. Вы можете на это повлиять. То есть вы можете управлять там количеством тиков, которые будут сделаны. Тики — это там деление. Вот, там, убирать их, добавлять, говорить, какие они, в каком они формате. То есть вы можете снова. То есть вот эти вот тики, которые выводятся, там, в данном случае там, месяца, они точно такой же массив, для которого вы можете сделать точно такую же функцию, которая обработает каждого элемента и что-то с ним сделает. К примеру, там первые 5 покрасит в красный цвет, вторые покрасит там в зеленый цвет и так далее. Вот на этом графике единственное, что мне там пришлось руками сделать, это проследить, чтобы тики, то есть здесь график видно, он доходит до края экрана, и была проблема с тем, что некоторые надписи на шкале выходили за границы SVG-шки, грубо говоря. Вот, соответственно, только вот это вот нужно было отслеживать. Возвращаемся к коду, идем дальше, смотрим. Так, консоль логи мы не успеем посмотреть для того, чтобы уже все это пройтись. Вот пример, собственно, там скейлов и осей. Ну вот, собственно, так оно работает. Обычные стрелочные функции, вот данные, которые прибинживаем, и, собственно, то, что мы получаем. Я, наверное, покажу, что там, в принципе, это рисует, чтобы там это не было там загадкой, а то. Там, вот там первый пример, который мы смотрели, вот он, собственно, нарисовал вот такие вот там самый простой, какой только может быть график. Вот второй, в принципе, у нас точно такой же рисует. Вот скейлы, сейчас дойдем до какого-то примера. Вот пример, собственно, сейчас посмотрим, это шестой у нас. И здесь переключимся в шестой. Смотрите, вот здесь вот в чем пример. В данном случае мы используем BandScale для того, чтобы сгенерить какую-то отдельную высоту. То есть вот если вы увидите, здесь у нас для height задан там BandScale. Что такое BandScale? BandScale берет, и вот если у вас два разных числа, то им, соответственно, он присваивает разное какое-то значение. Вот за счет этого у нас значения, которые у нас в домене, это понедельник, вторник, среда, пятница, они все разные. Вот, соответственно, оно взяло и вот эти вот штуки разбросало по диапазону, который мы до этого задали. И, соответственно, вот у нас получился, сейчас переключусь, ровненький вот такой вот график, вот эти вот квадратики сверху вниз по высоте, их раскидал вот такой вот BandScale. То есть для начала это как бы сложно понять такую идеологию, но в принципе, когда ее понимаешь и начинаешь использовать, это очень просто и легко. Когда ты ничего руками не делаешь, ты говоришь, вот у меня есть диапазон, есть данные, пожалуйста, там сгенери для меня диапазон, в котором нужно его разбросать. Идем дальше, смотрим следующие примеры, посмотрим, как вот то, что я говорил, как рисовать оси. Ну вот, вот там примеры осей, которые там, не знаю, самые простые, которые могут быть. Вот. Тем не менее, если вы там посмотрите в DOM-инспекторе, что из себя представляет любая из этих осей, то это, ну, такая некислая. Ну, кстати, не очень некислая. Не, вот это вот все одна группа, это вот одна ось, которая где-то как-то там расположена. Сейчас. В
которой куча вот таких вот штучек и так далее, там координаты. То есть руками подобное генерить уже достаточно сложно. Вот, D3, смотрим, как это все делается. Седьмой пример. Вот как бы, ну, первое, for each и так далее, это мы просто подтягиваем данные из таблицы какой-то, а вся реализация, сейчас, минуту, я прошу прощения, вся реализация, вот она как бы здесь видна. Мы берем scale, в который передаем минимум, максимум, выдаем высоту и ноль, куда нам нужно отображать, аналогично по y scale делаем, и создаем ось, говорим, куда нам, где ее создать, в какой SVG-шке, что в ней добавить в нее группу, к этой группе добавить какой-то трансформ, там вот эти вот оси передвинуты одна относительно второй, и передаем в нее scale, все, у нас готовая ось. Ну, то есть, грубо говоря, создание вот такой вот шкалы на графике у нас занимает ровно, там, не знаю, это можно в одну строчку оформить кода, но, грубо говоря, там, три строчки кода и никаких особых знаний. То есть этот паттерн вы можете использовать из раза в раз. Теперь вот у нас в этом примере мы там хотим, к примеру, там, не знаю, первых количество, там, не знаю, всех, которые, сейчас посмотрим, как там в коде это реализовано, ну, какую-то часть из них покрасить в красный цвет, какие-то покрасить в синий цвет. Что для этого делаем? Для этого мы используем абсолютно ту же самую идеологию, которую мы используем и для всего остального. У нас есть тики, мы их селектим, вот, и используем для них функцию, вот она видна, в которой мы говорим, если у нас там индекс больше 2, то верни атрибут красный. Если индекс меньше 3, то верни голубой. В принципе, на вот таком вот простом принципе строится весь D3. У вас есть данные, в зависимости от этих данных вы генерите какие-то атрибуты. Эти атрибуты могут быть, там, не знаю, позиция вашего, там, не знаю, чего-то, что вы там визуализируете, его цвет, размер, еще что-то там и так далее, и так далее, и так далее. Принцип везде одинаковый, вот он виден здесь. Вот, если вы хотите там стилизовать, к примеру, эти тики, то вот здесь вот второй пример, в самом низу мы видим тик, в который мы точно так же передаем функцию, которая форматирует в данном случае время. Вру, не время, число. Мы приводим там вместо числа, которое у нас там на предыдущих, ну то есть вернемся сюда, чтобы посмотреть, как оно выглядит. То есть видите, те же самые числа, но в данном случае мы их выводим как валюту. Вот. Все это делается с помощью вот, ну, не знаю, там, одной функции D3 формат, которая возвращает вам функцию, которая принимает на вход число и выдает строку в том формате, который вам нужен. Вот. В данном случае это просто, но в реальной практике это, ну, много где используется, когда там валюты, даты и так далее, особенно с датами, это постоянно приходится что-то куда-то преобразовывать, делать и так далее. Идем дальше, чтобы успеть последние со скейлами. Давайте посмотрим, что тут из примеров. У нас следующее. Ну вот, как бы график, который выглядит там пугающе, там, не знаю, сложным, большим и так далее. Вот, но он построен абсолютно там на тех же самых принципах. Мы загрузили данные. Ну, собственно, код вы видите. То есть он не сильно отличается от того, что у нас в предыдущем было. То есть точно так же. Мы загрузили данные, сделали функцию, которая по этим данным будет генерить у нас какие-то элементы SVG и присваивать им атрибуты. Вот это как раз вот температура в Нью-Йорке там за какой-то год. Вот, мы температуру отображаем на высоту, перемещаем вправо-влево, как бы добавляем форматирование даты. Вот, ну и все это как бы у вас готовый график, который выглядит сложно, и как бы руками его рисовать смысла нету. Вот, гибко, понятно, интересно. Переключаемся дальше. Так, скейлы. То, о чем я говорил, элементы, из которых состоит SVG. Здесь нужно как бы знать, в принципе, стандарт SVG, и какие-то его особенности. Первое, в SVG не работают Z-индексы, то есть там, ну, это бесполезно, в этом Z-индекс внутри SVG не работает. Поэтому в D3 нужно помнить, что вы должны рендерить то, что вы выводите, в том порядке, в каком оно у вас должно отобразиться. То есть, вот, поэтому стандартный паттерн использования, ну, в принципе, SVG и в частности D3,
Стандартный паттерн, когда вы разбиваете то, что у вас визуализируется, на две части. В SVG единственный элемент, которым вы можете объединять, внутрь которого можете что-то помещать, это группа. Вот, соответственно, стандартная практика, когда у вас минимум две группы, есть одна группа, которая у вас статичная, которая там ничего не меняется, не перерендеривается, и есть вторая группа, в которой у вас уже ваши там какие-то хитрые анимации, где там что-то перерисовывается и так далее. Вот, я уже говорил, какие-то простые элементы, самое сложное это, естественно, пас, потому что его сгенерить сложно. Следующий модуль в D3 это D3 Shape, который содержит, ну вот здесь какие-то количество я примеров привел, вот, но, грубо говоря, он вам позволяет генерить кривые, какие-то объемные фигуры плоские, линии, ну и вот то, что внизу всякие, деревья и так далее. Основное то, что используется там, в большинстве случаев, это Areas и это Curves. В чем его мощность? В том, что вы можете сразу сглаживать эти кривые так, как вы хотите. То есть хотите вы, чтобы у вас там график, грубо говоря, одно слово в конфиге функции, которую вы вызываете, может поменять вот первый график с такого гладенького на ровный, где вы просто соединяете точки, или там на ступенькообразный и так далее. То есть это все решается очень просто одной строчкой кода, чего по-другому сделать нельзя. Следующий, наверное, самый важный аспект, который сложно, ну, людям, которые впервые приходят в D3, у него идеология кардинально отличающаяся от той идеологии, которая зашита в фреймворке, на фронтенд. То есть если вы там разрабатываете с помощью там, React, Angular, Vue, не суть важно, то фреймворк за вас рендерит, грубо говоря. То есть ваша весь его принцип, что у вас есть какая-то реактивность, вы поменяли данные, он за вас это перерендерил. У D3 другая идеология. Он позволяет вам сделать селект того, что будет меняться. То есть, грубо говоря, у вас есть данные, на следующей итерации у вас эти данные каким-то образом изменились. Вот D3 вам дает возможность, говорит, вот у тебя есть выборка того, что изменилось, есть выборка того, что осталось, есть выборка того, что ушло. Вот. И делай с этим, что хочешь, то есть, грубо говоря, там, стирай, удаляй, анимируй, переноси и так далее. В этом вся гибкость и там, крутизна D3, то, что дает, делает его таким функциональным и крутым. Но, снова-таки, когда вы приходите или когда вы мыслите в парадигме фронтенд фреймворка, вот это вот отличие нужно понимать и смотреть. Итак, сейчас я покажу. Назад переключаемся. Другие, да, я могу идти. Так, перемыкаемся назад. Итак, самая главная демка, которая объяснит самый сложный, вот то, что, наверное, сложнее всего понять и осознать, как работает D3. В D3 есть принцип Enter, Exit, Update. Грубо говоря, у вас есть выборка данных, которую вы там заменяете. Ну, то есть если там говорим не про статику, а про какую-то динамику, какие-то красивости и так далее. То есть у вас есть какие-то данные, вы там, не знаю, нажали на фильтр, эти данные изменились, к примеру. Вот. D3 построен по принципу того, что он вам дает три селекта, которые позволяют выделить следующие сущности. То, что у вас добавляется на этом шаге, то, что у вас удаляется на этом шаге, и то, что у вас изменяется. Вот. И дает, вы дальше уже руками анимируете, изменяете, что угодно у этих штук. Вот, соответственно, вот на данном примере у нас есть в правом верхнем углу дата вот A, B, C, D, E. Это вот те данные, которые у нас есть. В данном случае белое поле – это наш там дом, в котором ничего вообще нету. Соответственно, дальше мы делаем селект. Селект кругов. Естественно, у нас кругов, ну, то есть нету нигде, поэтому ничего у нас не селектится. Дальше мы биндим данные. В этот момент у нас появляется вот, собственно, столько плейсхолдеров, сколько у нас данных вот мы в данный момент прибиндили, которые в каком-то там виртуальном доме в памяти существуют. После того, как мы делаем update enter, после update enter у нас появляется селект, в котором выделены все DOM-элементы, которые появились на данном шаге.
поскольку у нас до этого не было никаких кругов, не было данных, ну то есть нотки D3 нужно понимать, мыслить не в смысле кругов, а в смысле данных. То есть если у вас были круги, которым были приближены вот эти вот буквы, то оно скажет, они есть. Вот. В данном случае их не было, поэтому у нас вот появились какие-то вот, сколько там, 5 или 6 кругов. Вот, они обведены штрих-пунктиром, что значит, что у этих кругов пока что нет никаких атрибутов, они ну, не видны для пользователя. Дальше у нас селектится exit. Что такое exit? Exit – это то, что на данном этапе у нас уходит. В данном случае у нас ничего не было, соответственно, ничего не уходит. Вот. Дальше мы задаем update. Это то, что у нас было в доме, то, что не уходит, но обновляется. К примеру, у вас там был какой-то там элемент, у которого остался, и у него что-то должно измениться. Вот. У нас такого нет в данном примере, поэтому вот, собственно, мы переходим дальше. И дальше мы для Enter задаем вот в данном случае там цвет зеленый, вот он появился. Вот. Забираем там. Это для экзита мы делаем красный цвет, у нас нету экзита, удаляем из дома. И merge – это операция, когда вы, собственно, объединяете все, что у вас менялось, и делаете из этого один какой-то единый элемент. Делаем следующую итерацию для того, чтобы понять следующее. Вот у нас появилась новая выборка данных. Вверху есть выборка данных. На предыдущей у нас вот это вот, то, что зеленое, это у нас уже создано, оно у нас в доме есть. Это реальные какие-то там 5 кружочков, которые промаркированы данными, которые здесь есть. Если вы обратите внимание, на следующей выборке у нас некоторые буквы повторяются. Вот, соответственно, мы делаем селект. Ну вот у нас в данном случае там штрих-пунктиром выделены все, что у нас все круги, которые были в доме. Дальше мы биндим данные. Вот. G и H – это те буквы, которых не было в предыдущей итерации. Поэтому для них создаются плейсхолдеры. Для всех остальных букв, которые были, ничего не создается, если у нас реальный дом, в котором есть уже элементы, которым прибинжены вот это вот данные. Теперь мы выделяем Enter. В данном случае у нас Enter – это то, что новое появляется, должно появиться у нас в доме. Это вот эти вот две буквы G и E, которых раньше не было. Вот они сейчас заселектированы. Для них мы добавляем вот сейчас вот реальные дом элементы с помощью append. То есть у нас сейчас уже есть реальные круги, но для которых ничего не задано. Дальше мы селектим exit. Exit – это то, что должно уйти. Ну, в данном случае у нас пересечение полное этих как его букв, поэтому здесь ничего не уходит у нас. Соответственно, ничего не селектится. Вот, теперь вот мы выделяем update. Update – это то, что у нас осталось в доме, и то, что мы, возможно, хотим изменить, но то, что уже было в доме. Вот это, соответственно, select update. Вот мы в данном случае для них сделали цвет черным. Enter. Ну, как я говорил, это то, что у нас добавляется. Ему задали fill зеленый. Вот. Exit в данном случае у нас нету, но если было бы, то вот тех, которые должны удалиться из дома, в данном случае бы сделался сейчас цвет красным. И следующим этапом remove оно, соответственно, удаляется у нас из дома. Вот. Ну и на этапе merge у нас, собственно, все это объединяется, вот пульсирует. Это то, что у нас теперь одна общая выборка. Вот этот принцип лежит во всех абсолютно в том, что делается на D3. Enter, update и exit. С помощью таких вот селектов, то есть то, что там вот написано, вот там, не знаю, меняются цвета, вы точно так же можете менять не цвета, а можете менять там прозрачность, можете менять размер, можете менять его координату и так далее. То есть все анимации в D3 построены по такому принципу, что вы селектите то, что должно у вас уйти, либо просто вы его удаляете, либо там уменьшаете, куда-то оно улетает, уменьшается. Далее. В конце успеем, я покажу какие-то крутые примеры, где вот, ну, реально видно, что это сложно и что это не банально. Вот. Но основной принцип, короче, вот этот цикл Enter, Select, Update, который вот работает по такому принципу. В презентации будет вот эта вот ссылка, я лучшего объяснения, как оно работает, не видел, потому что в большинстве примеров никто этого не объясняет, и как бы вот почему она так, что здесь, почему там вот этот такая колбаса из вызовов, непонятно. Вот, теперь, надеюсь, будет более понятно. Вот, переключаемся назад. Если есть вопросы, как бы задавайте. Ну, вот здесь как бы тот же самый код, вот, ну, вы там видите, у нас есть
три селекта, enter, exit, update, и потом мы делаем merge, где мы объединяем это все. Транзишены. Как делаются транзишены? В большинстве случаев вы должны сделать в D3, подход D3, вы должны сделать twin-функцию, которая должна сказать, как у вас между двумя граничными значениями должно измениться дата. То есть вы до этого описали, как у вас визуализируется дата, в twin-функции вы должны описать, как оно проходит от одного значения к другому. То есть, грубо говоря, у вас есть массив объектов один, есть массив объектов второй. У вас есть функция, которая в промежуточных значениях времени должна выдать какой-то третий массив, который вы будете визуализировать. Очень простая идея, как бы, которая, на которой все построено. В примере с графиком, грубо говоря, вот который, там, не знаю, я вам показывал, вот эта трансформация, по сути, ну, вернее, весь... А, сори, если можно назад переключиться, а то я... То есть, грубо говоря, у нас вот есть вот этот график. Он состоит там, значимая часть, помимо вот этого всего мишуры. Это, грубо говоря, одна фигура, area, и одна кривая. И фигура, и кривая строятся по тому же самому набору данных. Ну, там, в данном случае, там, цены за год на биткоин. Вот. Дальше. У нас в момент перехода одного промежутка в другой, ну, там, допустим, сол на один месяц, вот, у нас меняются данные. Поэтому я реализую функцию, которая говорит, что между вот этими данными и вот этими данными дай мне вот, вот какие-то промежуточные. И для них я строю другую фигуру, которая по сути реализует морфинг одной фигуры в другую фигуру. Вот. Кто как бы работал с GSAP или какими-то там, не знаю, аниме, другими функциями, вернее библиотеками для веб-анимации, там в принципе точно такой же принцип, который иногда для вас там завуалирован и так далее. Вы придумываете функцию, которая говорит, вот отсюда сюда я перевожу вот таким вот образом в зависимости от времени. Все. Дальше все в автоматическом режиме у вас строится. В том же самом GSAP, к примеру, сделать морфинг, ну, во-первых, там плагин платный, по-моему, для морфинга SVG. Вот здесь это все бесплатно, работает из коробки, если один раз разобраться, оно сначала может быть чуть сложновато, но, в принципе, потом вот подобные штуки можно делать любые. То есть вы там любую SVG-шку можете там фигуру, любой пас трансформировать в любой пас. Аналогично вы можете трансформировать и... так, время, хорошо. Стараемся. Давай тогда назад на... аналогичным образом вы можете анимировать и какие-то не обязательно графические штуки. Вы можете анимировать там, не знаю, числа, строки, там что угодно. То есть принцип работы с данными, то есть, грубо говоря, что вы дальше с данными делаете, не суть важно. У вас может быть, к примеру, там, не знаю, какая-то строка, ну, к примеру, там есть пароль там, или не пароль, а там что-то там. Вы по клику на клавишу показываете этот пароль. Вот вы можете этот трансформацию сделать каким-то образом красиво, чтобы оно там пробегало по каким-то буквам, другим от одной строки к другой строке, там, от точечек одних к, тому, к значащей строке. Вот это можно сделать абсолютно тем же самым принципом, у вас только поменяется функция, которая меняет атрибуты. Она в данном случае будет у вас выводить не там, задавать не позицию x, y там, и какие-то точки, а будет задавать, к примеру, там, не знаю, число, там, символ, который вы выводите в своем там домовском элементе. Так, идем дальше, чтобы ускоряться, потому что у нас время заканчивается. Ближе к телу. В реальном мире, понятное дело, что все это существует внутри каких-то больших приложений, где вы используете там React, Vue, Angular и так далее. В чем состоит проблема основная? В том, что и D3, и ваш фронтенд фреймворк пытается манипулировать домом. Если они будут делать это одновременно, у вас будет проблема. Ну, то есть, в принципе, работать будет не будет работать, либо будет работать как-то непредсказуемо. Поэтому есть три подхода к сведению D3, ну, либо аналогов, в принципе, любой аналогичной библиотеки с фронтенд фреймворком. Каким образом это делается? Вы можете фронтенд фреймворком управлять данными, а этим, как его там, D3 управлять рендером, либо вы можете управлять данными D3, а рендер управлять вашим фронтенд фреймворком,
Либо можете миксовать и, к примеру, использовать D3 только для управления атрибутами дома, которые срендерил там ваш React или Angular или еще что-то. Любой из этих там, примеров работает, возможен и так далее. Я потом дам ссылочку на примеры, где можно посмотреть на React, сделанные тот же самый абсолютно визуализацию, тот же самый компонент, но который вот использует разные парадигмы и так далее. Лично я использую следующий подход. Все, что рендерится внутри SVG-шки визуализации, я рендерю с помощью D3. Все данные, которые вычисляются, биндятся, реактивность и так далее, я делаю, ну, я в основном на Vue пишу, то есть я использую Vue для обработки данных и уже в D3 отдаю сырые данные, которые D3 только визуализирует, потому что он это делает эффективно, быстро и так далее. При таком подходе у вас, грубо говоря, ваш Virtual DOM заканчивается на одной SVG-шке, которая у вас есть, которую у вас там Vue, React или Angular будет удалять, добавлять. Грубо говоря, а все, вся визуализация внутри, она как бы там, как в namespace существует, управляется D3. Мне кажется, это наиболее оптимальный вариант, прикольный, быстрый и так далее. Ну и напоследок, для того, чтобы посмотреть что-то там крутое и так далее, есть вот такой проект, ссылочку дам, можем сейчас открыть, переключаемся обратно. Вот, это две девушки, которые при этом очень крутые специалисты по D3, Ширли Ву, вот у нее есть, если кто-то там не сильно честный человек, то может пойти на RootTracker и найти ее курс от Frontend Master, с которым она дает ввод в D3. По моему мнению, это наиболее внятный курс, по которому можно, в принципе, понять, как это работает, потому что по большинству это сложно сделать. Вот, ну, не суть важно. Эти две девушки, они выбирали каждый месяц по какому-то там теме для визуализации и реализовывали свой проект, вот что и как они хотят визуализировать. Вот я на каких-то там примерах остановлюсь. Вот, к примеру, сейчас. Ну, вот пример от Ширли Ву. Это визуализация данных с IMDb. То есть она взяла какие-то фильмы, и по каждому из фильмов покрасила этот фильм в зависимости от того, там, сколько он звезд набрал, какой он по жанру и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот этот цветочек каждый генерится. Цвета – это аудитория и жанры. Размер цветочка – это количество то ли сборов, то ли просмотров и так далее. Ну и вот тут как бы вот таким вот образом это все сделано. Тут можно и смешного, это, по-моему, Робин. Ну, короче, есть здесь вот. Бэтмен и Робин. Вот такой вот. В принципе, там не видно, но он, по-моему, 3 звезды на IMDb, там чуть ли не антирекорд. Вот, берем что-то еще более интересное. Ну, вот такие вот штуки. Это вот примеры того, что, ну, грубо говоря, самому изобретать достаточно сложно. Вот подобная визуализация, это там вот, не помню, как девушку вторую зовут, это... Ну, грубо говоря, вот здесь в чем фишка, что это все интерактивно, то есть вы можете там как там елозить по этим SVG-шкам и получать информацию. Это собранная информация по всем олимпийским медалям по разным, за разные годы в разных сферах и так далее. То есть когда там какой спорт появлялся и так далее, и так далее, и так далее. Все это сделано на D3. Вот сейчас покажу еще какой-то пример с... Почему я привожу вот этот вот пример? Потому что, ну, вот эти примеры, потому что здесь они как бы делали для себя. В реальной жизни, конечно же, все сложнее. К вам приходит заказчик, который говорит, ну, мне, блин, вот так вот, и это очень часто там не совсем так красиво, прикольно, и как вы там для себя сделали, а здесь для души, поэтому это круто. Вот это там топ 200 хитов за 70-е, 80-е года. Там песен, альбомов, вот сколько они занимали, сколько собирали, кто платиновым становился. Все это интерактивно, естественно, ну, как вы понимаете, то есть там, вот там, что там большое, там, Богемская рапсодия, еще что-то там. То есть, насколько вы понимаете, такую штуку вручную придумать, сделать и так далее невозможно. То есть, вот эта штука, она генерится с помощью D3, потому что руками это сделать невозможно. С помощью D3 это можно сделать красиво, круто, и главное, это еще и будет работать быстро. Вот. Ну и что, еще здесь есть смешной... Пример с Обамой. Последний пример с Обамой покажу. И закругляемся. Ну, ладно. Еще один.
чтобы вы понимали, это тоже визуализация, которая вот все, что здесь вы видите, это сделано на двух технологиях: D3 и GSAP для скролла. То есть сейчас в дата-визуализации есть такая тенденция, мода на скролл-теллинг. Это когда вы при скролле рассказываете, как бы вот на скролл вешаете рассказ истории. Сейчас я когда начну скроллить, вы, ну как бы вот это вот все тоже данные. То есть то, что вы видели, это не просто какие-то точечки прилетели, это интерактивные там домовские элементы, в которых содержат какую-то информацию, ховеры и так далее. При этом они вниз перемещаются, сортируются, группируются по каким-то там критериям. Вот, это все завязано на GSAP по скроллу, или, по-моему, здесь даже Scroll Magic какой-то используется, но факт в том, что вот так вот оно преобразуется, формируется, это там вот, вот эти фильтры работают. Ну, то есть вы видите, что это, ну, не знаю, если неподготовленный человек такое увидит, ему скажут такое сделать, то он, не знаю, скажет, пойду работать водителем маршрутки. Вот. А теперь вы знаете, что ну, с помощью D3 это реально. Более того, все из этих примеров точно так же есть в этих блоках. Вы можете зайти и посмотреть, как каждый из них сделан. Это тоже очень круто, потому что ну, не во всех отраслях есть такая открытость и возможность перенимать опыт и так далее. На этом у меня все. Если есть какие-то минимальные вопросы, то… Да, зараз, секунду. Как ты ну, заставляешь перерендериваться D3 там, во Vue, например? Потому что, ну, я, допустим, в Angular пробовал, я запихиваю функцию, например, ну, D3, там, ну, неважно, какой-то там какие-то блоки, и я их пытаюсь перерендерить, просто меняю данные. Но они не хотят перерендериваться, потому что функция D3, она уже как бы запущена, проиничена, и я больше не могу в нее влезть. Как я делаю это во Vue? Ну, то есть я на Vue пишу, у меня есть, все обработка данных занимается Vue. Вот, в нем есть computed какое-то свойство, которое вычисляет вот этот вот итоговый массив, который передается в функцию. Вот, у меня есть watcher, который повешен, собственно, вот этот computed свойство. И в момент, когда у меня что-то меняется в массиве, вызывается вот этот вот цикл, который я показывал, Enter, Exit, Update. Вот. И по сути вот этот цикл, он у меня реализован одной функцией, которая там называется Render. Вот она обычно ну, разбита на первоначальный рендер, где у тебя рендерятся там всякие фоны, которые не меняются и так далее. Вот. И вторая функция Render, собственно, которая перерендеривает Update Data. Вот я там называю. И вот она, собственно, запускает вот эту вот штуку и по принципу Enter, Update, Exit, она анимирует и меняет эти данные. То есть ты заменяешь данные, потом вызываешь эту функцию, и, собственно, у тебя, по сути, должны быть реализованы три функции рендера для элементов, которые апдейтятся, для элементов, которые exit уходят у тебя в данном контексте, и для элементов, которые там привносятся или модифицируются. Все. То есть тебе нужно сделать вот этих три функции рендера, и после этого у тебя будет апдейт заработает. И ты никакие life cycle хуки в Vue не используешь, да? Ну, я использую Watcher как раз. То есть я реально использую, да. У меня по Watcher, грубо говоря, он просто висит на computed свойстве, которое выдает вот этот массив. И как только у меня массив с данными меняется, я, соответственно, перерендерю. Более того, я использую обычно еще там интеллектуальную штуку, потому что, ну, там, к сожалению, я там другой пример своей работы не показал. У тебя есть какие-то смены данных, которые меньше влияют на изменения, есть которые больше. Грубо говоря, к примеру, если у тебя там график, в котором, ну не знаю, там есть какие-то завитушки, их там 10. Вот если у тебя в новых пачке данных с нотки 10 этих данных, то ты можешь анимировать просто там перетекание вот этих вот там, там сфер или еще чего-то. А если там их уже 12 следующие штуки, то ты запускаешь какую-то более сложную анимацию, где у тебя еще меняется их число. То есть обычно вот разбивается еще на две вот таких вот под там свич, в котором у тебя там либо простая анимация, либо сложная, если у тебя глобально поменялись данные. Понятно. У меня такой вопрос, а как вообще браузер справляется с таким большим количеством обновления нот? Ну, то есть там, вот если посмотреть визуализацию, тут там, ну, может быть, тысячи каких-то точек
Ну, это все потому, что именно это SVG, то есть если бы мы использовали дивы, то оно бы как-то медленнее работало? Ну, на самом деле SVG тоже такая спорная штука, и зависит от того, как он анимируется и что делается. То есть, ну, большинство таких визуализаций, они все-таки не супер, то есть они все равно по какому-то ивенту что-то и визуализируют. Поэтому там, если ты сделаешь то же самое, и оно непрерывно у тебя будет крутиться и так далее, то это будет, в принципе, жрать процессор независимо на том, на чем это, потому что у тебя будет все время апдейтиться DOM. Вот, и оно будет ну, такое, достаточно болезненное. Вот в данном случае вот такие вот штуки, они по ивентам. То есть когда у тебя раз и анимировалось, это, в принципе, нормально тянет DOM, и D3 многие штуки эффективно, в принципе, делает. Вот, но вот, ну, то есть это реально там много элементов дома. Здесь там, не знаю, там десятки тысяч, наверное, дом элементов. Ну, то есть, если у меня каких-то прям очень много частиц, то лучше все-таки на канвасе. И постоянно какая-то анимация, да? Ну, тут спорный вопрос. Тут зависит от эффективности реализации. Если у тебя что-то там, ну, к примеру, там логотип, который крутится все время, это независимо от D3, то его лучше делать на канвасе. Потому что канвас у тебя один элемент, который у тебя не влияет на ререндер дома. То есть у тебя ререндерится только канвас. В этом случае, естественно, лучше использовать либо канвас, либо, может быть, там очень часто для этого используют WebGL. Вот, потому что на WebGL, вот, не знаю, там есть доклады Юры Артюха, можно посмотреть. Он вот делал пример, в котором у тебя в канвасе, ну, на WebGL рендерится, по-моему, 70 тысяч и проигрывается 70 тысяч видео. То есть у тебя вот на этом, как его там, ну, вот страничка открыта, на ней проигрывается 70 тысяч копий видео, которые при этом еще сами летают как частицы в этом. Это вот реально на WebGL, но там используются шейдеры, которые, по сути, то же самое рендерят уже на видеокарте. Но это там реально куп. То есть тут нужно от задачи исходить. Если какие-то переходы, то нормальные SVG. В принципе, если постоянная какая-то анимация, то оно будет реально процессор разгонять, потому что SVG, в принципе, плохо анимируется. Но... Более того, в SVG есть большая сложность, которую там я здесь не покрыл и не сказал. В SVG еще есть свои координаты внутри. То есть там часто, ну, то есть там реально много каких-то вычислений приходится иногда делать. Вот, к примеру, вот в графике я там начал рассказывать, там мало кто, наверное, понял, в чем сложность. Вот слово вылазит за край графика. Вот это слово, оно находится у нас не в корне SVG, а в какой-то группе. Вот, соответственно, его координаты нужно достаточно сложной функцией вычислять, ну, то есть реальные. То есть вылазит он за край или нет, потому что его относительные координаты работают относительно последнего транслейта, который к нему там применен. Вот. И относительно глобального SVG, то есть его координаты сложнее вычисляют. Ты его вычисляешь относительно группы, в которой он относится. Вот. И если таких штук много, то это тоже может там нагружать каким-то образом процессор и т.д. Поэтому здесь нужно смотреть от реализации. А, еще такой маленький вопрос. Ну, получается, пас анимировать эффективнее, чем рендерить много? Пас – самая фишка, которую дает этот, как его, D3, он позволяет сгенерить сам этот пас. То есть, грубо говоря, вот то, что мы делали там простое с квадратиками, там, где мы возвращали атрибут, там высота, ширина, для пасов, для любых фигур атрибутом является сам пас. И вот сгенерить вот этот пас другими средствами без D3 достаточно сложно. То есть, к примеру, даже просто какой-то простой график вот такой, который вот нарисован, его по точкам нарисовать, сгенерить вот этот пас сложно. Потому что это, по сути, он рисуется в SVG, это там я перевожу точку из одной точки в другую, ну, то есть там свой язык используется для вот этих вот путей. И в SVG, в D3 есть масса таких вот инструментариев, которые позволяют вот эти вот пасы легко генерить. То есть ты туда забросил данные, не паришься, и оно тебе отдало функцию, которая сгенерит тебе пас по этим данным. И все. Вот, вот это мощная штука, потому что, ну, другими способами это, ну, то есть руками нарисовать там даже вот такой вот простой график, где что-то у тебя колеблется, нереально. Спасибо. Запытание закончилось? Супер. Всем спасибо тогда. Дякуємо, Кирилл. Останні дві хвилинки вашої уваги. Ми хоч закінчили з офіційною частиною з доповідями. У нас ще є неофіційна частина у вигляді автерпаті, яка зараз перетече на терасу на другому поверсі. Можете туди переходити, розважатися і спілкуватися, до скільки вистачить сил.